Здравствуйте! Сегодня запишем видеообзор на такое приложение, как «Обозреватель». Данное приложение находится в категории «Новости и погода». Вот, в магазине для Windows 8.1 «Профессионал». Открываем его, посмотрим описание и все остальное. Видим скриншоты, возможности, описание, все на русском. Оценка 4.1. Понравилось, понравилось, дизайн кривой, там, ну, то есть, тоже, вот, приложение не обновляется, обновляется только после перезагрузки, да. Отличная новостная программа, то есть, такое, у каждого свое. Вот. Поддерживаемые языки русский, Россия. Все, нажимаем кнопку «Установить», пусть устанавливается наше приложение, будем смотреть уже по факту. Вот. Установился обозреватель. Нажимаем, открываем. Видим мы радио. Здесь есть картина дня, публикации, мир, мой обозреватель, еще новости и все. Еще новости. Тут еще подрубрики такие. Авто, жизнь, экономика, кино, кияне. Короче, все. Вот. Радио. Хотелось бы посмотреть, что же это за радио. Ага, то есть можно выбрать как. По категории, например, джаз. Вы слушаете радиообозреватель. А, это именно радиообозреватель. То есть можно на... на разные станции переходить, какие вам нравятся. Прикольно. Боже, кино, что это? Морж Франкенштейна. Боже, капец какой. Короче, ребята, вы здесь найдете уйму новостей, еще и будете, не знаю, параллельно музыку слушать. Хотелось бы немножко потише. А, нет, только можно в главном меню, видите? Громкость... регулировать можно. Все. Ну, в принципе, так выглядит приложение «Обозреватель». Очень интересно, то, что вообще с музыкой это какое-то, не знаю, счастье прям для меня. Вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления, будет еще много чего интересного. До свидания, всего доброго, пока-пока.